А, все нормально. Здесь у нас стрелки смотрят вовнутрь, и также обозначение идет E1 и I1. Поэтому определение есть, снимать можно. Кстати, не показал выработки на кулачках. Нету. Все кулачки в хорошем состоянии. Выработки на распредвалах нету. Так, а вот здесь уже интересно. Это регулировочные шайбы, это не компенсаторы. Это шайбы. Я их туда возьму, сверху помечу. Потому что не знаю, будем этот двигатель собирать, не будем. Птички чирикают, бабочки летают, соседи веселятся. Здорово, лето. Шестигранник восьмерка. А, здесь вкладыш. Я говорю, шестигранник на 8. Вот Т50, она слабенькая. Вот она. Не подходит. Т52, фольксвагеновская. Она очень плотно. Нужно забивать. Вот это затянуто. Хорошо затянуто. Болты новые однозначно под замену.
У этих болтов даже я чувствую, как шляпа тянется. Ладно, ослабляю все. Все ослабил. Теперь выкручиваю до конца. Поршень прогорел. Прогорел поршень. Он настолько прогорел, что он кольцо видно полностью поршневое. Что произошло? Откуда такая детонация? Он вообще насквозь прогорел. Вот это да. Вот это да. Сейчас прожектор возьму. Вот это вообще непонятно, такое впечатление, как будто поршень плавился и его намазало на цилиндр, на гильзу. Но гильза в задирах. О, не видно. Задрано. Также вот четвертая гильза тоже вся. И сейчас эти посмотрим, вторую и третью. Ну также, ну хотя второй и третий цилиндр лучше, чем первый и четвертый. Ну да. Царапины есть, тепловые эти есть, но еще и хон есть. Но первый поршень вообще просто вот в таком состоянии, он кольца. Сейчас я его вытащу. Thank you.
Так, откручиваю полуподдон. Так, а вот эти болты, которые были через поддон, они с этой стороны полуподдон держат. Места здесь нету крепежного другого. Так, ну вроде бы все открутил. Болты выдергиваю. Щупку трупа. Трубку щупа надо сбоку открутить. Щупку трупа. Ну, в принципе, да, щупка трупа. Двигатель как таковой труп. Двенадцатигранная головка на 10. Вообще в цилиндре не держится, просто насквозь пролетел. Я даже его поймать не успел. Это вот, когда мы мерили последний раз компрессию, она еще у него была, а потом человек просто ей дал по трассе 180. Здесь размотало все. Здесь нету колец, кольца даже прогорели, все. Ну, понятно, это вот там действительно намотало поршень на гильзу. Вкладыши в отличном состоянии, распредвалы в отличном состоянии, 220 тысяч пробег, даже пятен нету. Поршень просто в хлам. Я давно такого не встречал. Это какая же температура была, что и вот так. Вот это да. Но самое забавное, двигатель весь засранный, весь закоксованный, а маслосъемное кольцо шевелится. Вкладыш в отличном состоянии.
Ну что я сделаю? Я, наверное, поверну, да поршня все-таки нацарапаю. Хотя, что их царапать, их менять надо. Единственное, только из-за шатунов. А шатуны я, наверное... Да нет, пока на поршнях сделаю, потом на шатуны перенесу метки. Кино? Так, ну здесь поршень, сейчас ловить буду. Не падай. Также по вкладышу все отлично. Кольцо залегшее. Поршень изношен, царапан. Ну и четвертый снимаю. Тоже вкладыш отличное состояние. Поршень тоже зацарапанный. Здесь намытости нету. Ну, весь расход масла шел, получается, по всем цилиндрам незначительно, но первый выкидывал все на свете. Вау, вау, вау. Я сниму сразу и вал. Головка на 14. Да? Маркировка на крышках. Да, маркировка на крышках есть, поэтому крышки можно смело снимать. Первый, второй. Состояние вкладышей отличное.
такие большие здесь. Направляющие сделаны. Полукольца стоят только сверху. Вкладыши в отличном состоянии. Снимаю вал. Сальник не дает. Сейчас сальник выдерну. Сальник мягенький. Полусегменты стоят. Только снизу в блоке тоже не задраны, на валу царапин нету, на вкладышах царапин нету, выработки в кривошипе нету. Так вот выглядят цилиндры. Сейчас попробуем поставить по-другому. Вот так вот. Первый цилиндр просто самый безобразный. А так выработка во всех есть. Гильзы везде царапаны. Вот и все. Вот такая беда приключилась с этим двигателем. Сейчас посчитаю, сколько будет выходить его ремонт. Хозяин сориентируется, что с ним делать, ремонтировать, не ремонтировать. Если даст согласие на ремонт, будем ремонтировать. Будет у нас еще встреча по поводу этого двигателя. На этом все. Разбор двигателя я сделал. Дефектовка понятна. С гильзой здесь и с поршеньком беда полная. Всего вам доброго.